В игровой форме инспекторы довели до первоклассников основные правила дорожного движения, а также рассказали о безопасном поведении на проезжей части и в транспорте. Всем детям были вручены письма первоклассников, на которых они вместе с родителями должны будут сделать свою первую домашнюю работу, а именно нарисовать безопасный путь из дома в школу. Еще ученики получили световозвращающие элементы на одежду и рюкзаки. Не обошли вниманием и родители, которым напомнили, что они являются примером для своих детей, особенно в части соблюдения правил дорожного движения. В школе номер 20 инспекторы вручили ученикам, занявшим третье командное место в краевом этапе конкурса «Безопасное колесо», благодарственные письма и ценные подарки.